Привет, друзья! С вами Серафим. И сегодня мы будем делать небольшой обзор, распаковочку свежекупленной новой замечательной мышки от фирмы AFOTECH, модель X522D. Зачем я ее купил? Ну, скажем, прошлая мышка, которой тоже вы вот можете здесь где-то посмотреть обзор, я ссылочку оставлю, фирмы Sven, модель уже не помню. Ну, она как? Была хорошая, все, первый месяц, вообще ноль нареканий, игровая хорошая бюджетная мышка, но так получилось, что она потом начала действительно как-то себя очень плохо проявлять. И как я поспрашивал у других людей, думал, ну мало, может мне не повезло, но оказывается фирмы Sven мышки очень-очень оказались ненадежными. Поэтому вот чего-чего, но вот этого я вам уже не советую. Ну, я решил поэтому купить проверенную фирму, фирмы AFOTECH мышку. Она мне очень нравилась, эта фирма всегда. Хорошие, недорогие мышки. И мышку немножечко попроще, как вы видите, купили. И сейчас давайте ее распаковывать. И вот, как вы видите, замечательная, аккуратная, минималистичная упаковка. Вот тут еще даже написано четырехстороннее колесо. То есть ваши пальцы могут направить это колесо на все четыре стороны. Фирма AFOTECH. В общем, все аккуратно сделано. Причем колесико, как вы видите, вот там написано U-форма. Это означает, что оно впалое, не выпуклое, как обычно, а впалое. То есть палец очень-очень удобно лежит. Действительно, и то есть, даже если у вас скользкие пальцы, они не соскользнут и никуда не убегут. Колесико будет под вашим надзором и контролем. В общем, вот распаковываем. Это обычная пластмассовая упаковочка, пластиковая такая. Вот, ну, а зачем кучу денег выкидывать на огромную, большую, дорогую упаковку? То есть тут самой мышки-то всего ничего. Вот, то есть мышка действительно проще взяли, без боковых кнопок двух. Вот, но, как бы, они не всегда нужны, именно для ноутбука взяли эту мышку, чтобы, как бы, лазить в интернете, смотреть там фильмы, мультики. Вот, USB вход обязательно. Вот так. Наши обозначения тут, как всегда, нам вложили всяких бумажечек, позаботились люди, чтобы, ну, пока распаковывали, чтобы скучно не было, почитать немножко макулатуры. То есть вот она, упаковка, модель написана. Вот тут что, лазерные лучи рикошетят. Вот объяснение вот про эту четырехстороннюю. Вот даже рекламка группы ВКонтакте от фирмы AFOTECH. Так что кому надо, заходите. Гарантийный талон, понятно, что не заполняли, ну там полгода в интернет-магазине дали скидочку. Еще какая-то бумажка. Ну, это такое дело. В общем, вот она мышка, провод достаточно такой надежный и очень красиво выполнен. Ну, вот на скромном коврике эта мышка смотрится очень даже неплохо. Вот самая, ну, обычная такая. Вот удобные по бокам такие подпрорезиненные штучки, чтобы мышка у вас не выскользнула. Ну, то есть вот оно, колесико само аккуратное. Кстати, вот эта полосочка посередине мышки, она загорается, когда вы ее вводите, когда она подключена. Кстати, забыл сказать, кнопочка двойной клик есть, вот, оранжевая. Вот колесико очень-очень удобно крутится, нажимается влево-вправо. Вот, но для того, чтобы работало влево-вправо еще колесо, нужно скачать с ихнего сайта драйвера и радоваться жизни. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в светлом будущем.